Пока, блядь, это пидор, блядь, без хвоста и убежал. Дочь родилась у шарманщика бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка называть. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, иногда тебе вспоминаю. Ты же не куришь? Или иногда. Куришь? Иногда? Не умею курить. Никогда. Люди, Виктор закурил. Не курил всю жизнь, тут закурил и закашлял. Пожар будет, да? А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, иногда тебе вспоминаю. Хочешь, да-да, иди хочешь. Хочешь, да-да, не хочешь. Хочешь, да-да, не хочешь. Но иногда тоже хочешь. А-лай-ла-лай-ла-лай-ла. Что, друг, давай, выпьем, потом пойдем за гитарой. Друзья, сейчас мы будем с Виктором пить пивас. Мы, вернее, мы уже пили водку. Сейчас мы пьем еще и пивас. Я сегодня, как приехал к Виктору, ну, в гости это как? Наверное, не в гости, а пожить, да, больше подходит. Я прошу, по жизни! Да, я прошу прощения. И пойдем за гитарой. Так, я вот извиняюсь за свои пальцы в кадре. Я приехал с Воронежа в Москву. Меня опрокинули жестко при том. И я оказался у Виктора. Вот. Но не случайно, Виктор меня до этого приглашал к себе в гости. Вот. И принял. Я вот не ожидал. Нет, друзей на блядей не меняю. Я не ожидал. Я все сказал. Он меня накормил, напоил. Нет. Ты еще не напоил. Мы еще танцуем. Остатки роскоши давай покажем. То, ладно. Что у нас осталось. Вот у нас то, что осталось. Вот это вот из еды. Ну, бухла, бутылок водки уже. Нет, собаку покажи. Собака балдеет, лежит. Вот, а вот Виктор. Виктор, кстати, балдеет кстати, тоже. Кстати, да, он. Так. Давай. Махнем. Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Давай. За любовь. За любовь. За любовь. Да. За любовь, ребят. Так ты мне на гитаре обещал сыграть. Сейчас найдем. Друзья, гитару. У меня в телефоне памяти гитару. Не особо много. Я снимаю найдем на телефон. Сейчас. Да, и я поэтому. Я сыграю от души. Вот, это рыбка, кстати. Вкусная очень рыбка, кстати. Очень вкусная рыбка. А именно в Черкизово такая рыбка продается. Нет, рыбка резаная. Ну это я ее почистил как мог. А как селедку, нет. Хотя это вобла. Так, не вобла. А что? Ну, сушеная, конечно. Не, жирная. Ну, ладно, вкусная, ребята. Вкусная. С пивасиком.
тебя, да, чтобы нас не резали. А если зарежут, умрем. Ладно, поехали. Тогда с тобой чучело козла, ну, манекен, вернее. Чучело Виктору не очень нравится слово, потому что это был его друг. Когда мы манекен поставим? Все, пойдем за гитарой. Так, мы идем с Виктором за гитарой. Друзья, я камеру не на штативе несу, а в руках. Поэтому прошу прощения. Я еще немножко пьяный. Собака себе за ухом чешет. Так, давайте догонять Виктора. Мы его почти догнали. Он ускорился. Ему очень не терпится поиграть на гитаре, спеть песни. Друзья, Виктор ищет гитару. Я немножко пьяный, и Виктор немножко пьяный. Тихо. А, он не гитару ищет. Я трезвый. Надо любить животных. Покажи, покажи вот здесь. Иди сюда. Вот сюда покажи, не туда. Нет, сверху. Выше, выше, выше. Подними его. Они мучаются, ребята, мучаются. Мало места? Да, мучаются. Я им сено подсыпаю. Все. Друзья, здесь я буду, кстати... Ой. Ладно, хуй с ним. Здесь я буду жить будет, и спать. Будешь. Я буду. Да расскажи, что тут за срач такой? Перья валяются, почему? Ну... Ты же обещал, мы с тобой завтра решили, давай сегодня уже поснимаем. Вот твои курицы. Вчера вот это все отлетело. Ни одна курица, сука, не ушла. Но! Они же тебя выбежали. Подожди, вот этот пидор, блядь, без хвоста. Убежал. Давай его покажем. Он опять убежал, что ли? Пока, блядь, это пидор, блядь, без хвоста и убежал. Ну, блядь. А ты открой коробку, давай посмотрим хотя бы. Людям покажем, что там. Так что пока, покажи, там блядь, покажи. Что там за чупакабра сидит? Вот такой тут. Граф Дракула, вот, да? Да, блядь. Короче, это зверёк. А ну открой коробку, там не видно. Короче, видно. Он без хвоста. А куда хвост взял? Оторвал. Ты оторвал хвост ему? Я не хотел. Давай посмотрим. Чтобы он не выскочил эту, не покосил тут все. Какой... Убираю, он убираю. А? Он тоже меня любит. Он меня любит. Он человек. Ну, собаку снимай, не меня. Меня все любят. Ну, куда его деть? Ну, куда его деть? Я кормлю. No comment. Можно я положу его назад? Да, конечно. Это друзья. Же, ну сейчас я его открою. А? Знаешь, что он сделает? Смотри. Он не любит. Это животное, ну, птица. Без no comment. Я ж не животное. Оно хочет жить. Да. Ну. Ну хочет жить. Собака что-то тут нашла. Оно хочет жить. Сейчас я сажу в клетку. Оно не должно в клетке жить. Собака что-то нашла, да? Ой, собака, это мой друг, она ревнует меня к птице. Ой, блядь, это счастье, ребята, что меня ревнует.
куда мне деть этого? Ну куда мне? Я ему вчера хвост оторвал. Хочешь его выпущу? Да ебать, он меня любит. Ну живот. Вот смотри, как он меня держит за руку. Он боит, он живот. Он человек. Так вот пес внимательно разглядывает. А пес ревнует. Простите, помогите. Ну, в клетку сажу, блядь. Ну, его нет нигде, вот где он. Он думает, что я его друг. Все? Как его кушать или там убивать? Не понимаю. Вот его клетка, вот тут так вот живет пока. Вот, смотри, тут это же правильно. Ну не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас все, я тебя посажу. Все, посажу. Клетку посажу. Ой, Господи. Вот маньяк еды. Собака так разглядывает Виктора. И это Цесарь, да? Да, Цесарь. А, не дерутся. Он не укусит собаку. Все. Я не понимаю. Все. Ладно, все. Он хочет домой. У каждого есть свой дом. Простите, что у меня нехороший дом. Простите. Я все показал. Я все показал. Блядь, улетел. Из дома. Стоять! Блядь. Стоять! Опять? Из дома. Хочет съесть? Виктор. Не хочет. Нет, поймать помочь. Ебет свою мать. Это что, жизнь? Без комментариев. Остался без ужина. Нет, пёс. Нет. Он спрятал свою шейку. Я не знаю, что он спрятал. Хватит, иди. Твою мать. А что это такое? Ой, ты кажется говно. Это не пурина? Да какая пурина, там уже... Не хотят ли пурина, не хотят домашнего. Я им даю торт. А что это такое? Овес и картошка вареная. Я правильно понимаю? И мел пищевой. И еще чуть-чуть, вот если хочешь, песок обычный. Ой, Господи, ты, Боже мой. Ой! Ну то, что было, я в шоке. Так, ладно. Так, вода есть, это есть. Теперь пошли с гитарой. Хреново мне, ребята, хреново. Давай. Ну что? Ну что ты пристала к ней? Ну что ты к ней пристала? Прости ее, ты же умная девочка, умная, вот такая бриван моё. Ну, ты же понимаешь, что ты играешь. Умная собака, вот такая. Так, идем, гитара.
Не все тут умные. Особенно я. Друзья, вот такая вот моя будущая комната. Но мы здесь уберемся. Хуйня! И будет очень круто. Да-да. О! Мед или что это? Мед. Или что это? Сейчас мы будем ее кушать. Это мед? Да. Я угадал. Друзья, я снимаю, держу в руках телефон, без штатива, поэтому в кадре меня особо нету, хотя хотелось бы, ну ладно. Сегодня у нас главная звезда, это Виктор. Прям как Винни-Пух. Ты прям как Винни-Пух. Давай, палец сам палец суй. Сюда. Нет. А куда? Туда, блядь. А ты говоришь, не надо, а потом... Давай, ёдайся, пальца нету, что иди сюда. Вкусно, иди, иди сюда, нихуя. Вот так бери, вот так, раз. Просто я еще снимаю, и мне не очень удобно. Хоть там неудобно, греби, блядь, и все. Ну-ка. Вкусненько. Не вкусненько, а охуенно. Ты прям как Винни-Пух. Я знаю, что это хороший мед. А где крышка? Нихуя себе, крышка есть, крышка. А теперь гитара. Гитара вон лежит. А я просто пою песни с вами. Смотри, гитара она давно не играла. Попробую еще разочек. Попробую. Все-таки, дорогие друзья и подписчики, также гости моего канала, я думаю, вам будет очень интересно. Почему? Такой вопрос. Многие люди спросят, а почему? Виктор. Я смог взять. Круто! Не, серьезно, очень здорово. Соли мими, соли мими, соли фа ми ре до. Фа до ля соли мими, соли фа ми ре до. Спасибо. Так, поехали за гитарой. Друзья, ставим лайки, комментарии. Смогли бы вы сыграть так же, как Виктор, а может быть круче. Но я думаю, навряд ли кто-то круче сыграет.
но все равно пишем в комментариях. Так, ищем гитару. Вернее, Виктор ищет гитару. Нашел вот какую-то это перчатку. Это не какой-то, самые дорогие. А почему? Поясни для наших зрителей и подписчиков. Я всегда хотел кожу. И вот я ее купил. И в итоге... Кому она нужна? Никому, ребята, никому. Значит так. Виктор, расскажите, почему здесь столько перьев на полу? Вот я хожу, например, и смотрю, здесь одни перья. Вчера, вот честно, мне так стыдно. Никогда не видел, что курицы ели куриц. Они реально ели куриц, курицы ели куриц. Из семи, вот смотри, раз, два, три, четыре сожрали. Вот. Почему? Хуже зверя съели четыре курицы. Может, этот виноват? Я ничего не знаю. Ребята, в этой клетке было семь куриц. Кормил как мог. Саша клюет меня, хуй с ним. Когда я увидел, все, мне страшнее. Кишки и кровь, жалко, меня не было вчера. Это был бы крутой материал. Ну, так. Не надо, я их кормлю. Так съел, наверное, вот этот вот цесарь съел. Кто клюнул, не знаю, может, я не так кормил. Не знаю, ничего не знаю. Короче, друзья, фильм ужасов вы сегодня не увидите. Вот. Может, даже это к лучшему. Виктор очень такой человек, как это сказать, берет все близко к сердцу. Поэтому, видите, ему даже об этом говорить неприятно. А кто-то из вас, наоборот, хотел бы увидеть в полных красках весь этот кошмар, который произошел. Это вчера кошмар же был? Да. Как мы собаку хоронили? Друзья, это вы тоже, я думаю, видели или увидите, это я тоже выложу. Конечно, вот там действительно тяжко, потому что собака — это не курица, сами понимаете. Собака — это друг человека, поэтому это очень тяжело. Любую песню, любую. Я ни одного аккорда не знаю. Хочешь снимать? Снимай. Сейчас спою. Дочь родилась у шармальщика бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка называть. И под шарманку ни днем и ни ночью, ни днем и ни ночью, ни днем и ни ночью не знал, как ребенка называть. Хорошая гитара. Никакой гитарист, ну, простите. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной прогнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо все прольются. Give me
милая, поеду. Слов сказать не смею. Опа! И от поцелуя, и от поцелуя бежала на хмели. Опа! Травы, травы, травы не успели. И такие нежные напевы. Опа! Ах, почему-то прямо все дали. Опа! К милой я поеду, слов сказать не смею. Я поцелую, я поцелую, я словно охмелею. Травы, травы, травы не успели. И такие нежные напевы. Ах, почему-то прямо в сердце льются. Все? Это вы, конец. Хотите, да? На гитаре без левой руки? Оп, стоп, Зоя, кому давала? Собака, блядь, пиздец. Любите меня. Собаку держу. Давайте другую песню спою. С тобой я диким мохом оброс, от вершины до самого края. И стоит сотни лет диким мохом одет. Ни нужды, ни горя не зная. Плохо всем, ребята. Давай, давай, давай. Вот это офис, ебит твою мать. О, собака не кушает курей. Человек не любит... Хотела бы что-то сыграть хорошее. Виктор, а давайте о любви. Ничик, совсем как огуречек. В траве сидел кузнечик, зелененьким он был. Но вот пришла лягушка, зелененькая брюшка. Но вот пришла лягушка и съела кузнеца. Не думал, не гадал он засрать такую травку. Не думал, не гадал он такого вот конца. Не думал, не гадал он такого вот конца. Не думал, не гадал он такого вот конца. Что сказать, люди, не знаю, я тупак. Тупак. Ну, господи, перед моей собакой я тупак. Гера, Гера, нельзя.
Ее хотели забрать, я не отдам. Она умнее меня. Умнее. Но если сильно попрошу, она ко мне придет. Вот, давай попробуем. Это на картинке. Я скажу Гера, и она мне на лапу сядет. На мою лапу. Гера. О, она умнее меня. Она понимает, что она Гера, а я не понимаю, что я Витя. Она меня любит. Это верно. Ну, вы видели все, я сказал, Гера, она. А я скажу Витя, а кто такой Витя? Никто. Можно я тебе свою песню? Мира на минуту встаньте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, звон. Летит над всей землёю. Это не гроза, не ураган. Люди мира на минуту встаньте. Стонет океан. Это стонет Тихий океан. Стонет океан, это стонет Тихий океан. Ну как бы все. Гитарные возможности мои закончились. Будем здесь убирать, будем курочкам помогать. Смотри, я для людей показываю. Свобода! Пролетариату, блядь! Но они не уйдут. Знаешь почему? Не знаю. Как и люди, в принципе, тоже. Я все сказал. Свобода, но кто их кормить будет?